Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев встретился с коллективом территориального управления «Жаворонковское». На встрече подвели предварительные итоги реализации программы «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которой выполняли наказы народной программы «Единой России» и региональные инициативы. Работу этих же и губернаторских программ обсудила председатель Совета депутатов Одинцовского округа, член партии «Единая Россия» Татьяна Одинцова на встрече с коллективом местной подстанции скорой помощи. Отдельно остановились на положительных изменениях, которые произошли в их работе. А депутат Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России» Андрей Яцишин встретился с работниками сферы торговли. Особое внимание уделили успехам муниципалитета в сфере экономики.